Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Мэрил Дэн, и сегодня мы в последний раз посмотрим на нашу дорогую Лин и то, как она справляется со стрессом. А со стрессом она справляется очень даже хреново, и это заметно. Сегодня важное событие. Сегодня мы сдаем выпускной экзамен из школы. Честно говоря, я очень рада, что данное событие осталось далеко позади в моей жизни, но я думаю, что среди моих зрителей есть люди, которые в этом году сдают ЕГЭ, так что события этой новеллы будут актуальны всегда. Ну, пора приступать. Итак, берите ручки и открывайте вопросы. Экзамен начался. Меня накрывает волна шума. Сотни. По-моему, нас, 11-классников, примерно 200 человек. Листы бумаги для экзамена по математике раскрываются и листаются на маникюренными пальцами и искусанными ногтями. Я начинаю немного позже, чем остальные. Я вздрагиваю, словно кто-то воткнул мне отвертку в основание шеи. Что я делаю? Я ничего не делаю. Я сижу и тупо смотрю на настенные часы. Наша школа несколько устаревшая. Мы сдаем экзамены в этом старом спортивном зале, который не ремонтировали с 80-х. Он пахнет пылью и застарелым потом. Окна слишком маленькие и высокие. Они пропускают лишь минимум света. Я чувствую себя словно в тюрьме. Я не знаю, проверяли ли нашу героиню металлоискателем, но вот отношение к российским школьникам во время ЕГЭ именно как к заключенным. Так что, я думаю, Лин многие могут понять. В тюрьме полный рядов и рядов парт и стульев, где больше 200 подростков обоих полов склонились над вопросами по математике. Меня записали на продвинутый экзамен. Надо было сдавать базовый. Учитель слишком много от меня ждет. Наверное, в этом виноваты яростные наставления моего папы на родительских собраниях, в том, что я самая умная в семье. Иногда на тренировочных экзаменах, которые мы сдавали в классе, я умудрялась получить Б. Иногда, значит, один раз. Остальные разы только С и Д. Сьюзи сдавала базовый тренировочный по математике, и хотя она почти никогда не занимается, она всегда получала Б или даже выше. Жизнь несправедлива. Кстати, о Сьюзи. Ее фамилия Хастингс. Она сидит в паре мест от меня. Я вижу, как подпрыгивают ее хвостики, пока она смотрит на задание. Ее ручка, слишком миленькая и бледно-розовая, поблескивает под тусклым светом. Она пишет. Прошло только 5 минут, но похоже, она уже справилась с первыми страницами. Один из наблюдателей прочищает глотку. Я ерзаю, внезапно чувствую себя виноватой. Невидимая отвертка давит на шею еще сильнее. Похоже на то, что я списываю. Надеюсь, не похоже на то, что я списываю. Я открываю книжку с вопросами и смотрю на них. Случайные кучки цифр смотрят на меня, разбитые пунктирными линиями, где я должна писать ответы. Надо взять ручку. Надо взять себя в руки. Надо начать писать. Но я не могу. Мозг отключился. Вопросы на первых листах даже не такие уж и сложные. Раньше они не вызывали у меня проблем. Найти периметр изображенной фигуры. Чему равна длина окружности? Построить график функции. Это не трудно. Я уже решал такие задачи. Но теперь не могу. От чего-то больше ничего не имеет смысл. Дыхание перекрывает. Весь мир вокруг кружится. Я чувствую, как упала бы со стула, но падение требует слишком много энергии. Я могу только сутулиться. Я прижимаю руку к груди, пальцы дрожат. Мне слишком страшно даже поднять руку. Я не думаю, что пошла бы в туалет даже с разрешением, что вряд ли случится.
Главный наблюдатель довольно страшная. Не хочу иметь с ней дело. Не хочу вообще ни с чем этим иметь дело. Господи, ну как же разочарован будет папа. Все будут так разочарованы, что я оказалась дурой. Непроходимой дурой. 10 лет образования, и что? Я все просрала. Не могу поверить, что я все просрала. Розовая ручка Сьюзи покачивается, от нее отражается свет. Когда я щурюсь, то вижу частички пыли, которые кружатся в воздухе. Прошло 10 минут, я все еще ничего не написала. Все пишут, а я не пишу. Я не могу. Почему? Я тянусь за ручкой, ладони все покрыты потом. Наверняка у Лины нет проблем с этим экзаменом. Она сдает продвинутую математику, и хотя я ее оценок не видела, уверена, она получает только А. Она такая. Интересно, где она? Я осторожно осматриваю спортзал. Не потому, что хочу списать. Я недостаточно храбрая для этого, но потому, что мне любопытно. Нас рассадили в алфавитном порядке. Моя фамилия Харпер, у Лины Айткин. Она будет впереди меня. Может, справа? А, вот. Вижу. Она довольно далеко, но я отчетливо ее вижу. Волосы падают вокруг ее плеч сверкающими волнами. Она приостанавливается, держа ручку в правой руке, и смотрит вверх. Может, она смотрит в окно. Она настолько уверена в своих способностях, что ей не нужно сосредотачиваться на вопросах. Я ерзаю, потирая ноги друг от друга. Я потею. Почему сегодня так жарко? Наверное, потому что в этом помещении забито столько потных, вонючих тел. Когда я ждала электричку, не было так жарко, было даже прохладно. Кошмар снова всплывает в моем сознании, опасно яркий и детальный. Он становится все более и более ясным по мере того, как я пытаюсь его забыть, словно паук, который медленно ползет из слива. Руки Лины на моих щеках, ее губы на моих губах, внезапный обжигающий жар, мои глаза текут из черепа. Это грань, друзья. Это грань. Я резко вдыхаю, стискиваю зубы. Я не могу сосредоточиться на вопросах. Там один бред. Цифры, бессмыслы и пропуски. Где я должна вписать результат работы, которую вообще не могу выполнить? Я ничего не понимаю. Я могу лишь смотреть на затылок Лины. Прошло полчаса. Лина смотрит на свои волосы. Ее тонкие пальцы переворачивают лист. Ее движения такие естественные, что почти оскорбляют меня. Она хочет сделать мне плохо? Нет. Нет, наверное. Сомневаюсь, что она вообще знает о моем существовании. Живот сводит. Я ее ненавижу. Я ее до смерти ненавижу. Если бы только она исчезла, тогда бы ничего этого не случилось. Все было бы гораздо лучше, если бы Лина не родилась. Я не помню, как закрыла вопросы. Я не помню, как положила ручку. Я почти не помню, как взяла ее. Я не помню, как подняла опросник в воздух, чтобы наблюдатели забрали его. Я не помню, как меня выпустили из спортзала. Не помню, как взяла сумку около задней стены. Не помню, как вышла из школы и дошла до станции. Но, наверное, я сделала все это, потому что вот она я. Словно огромную часть моей жизни начисто стерли. Я говорила со Сьюзи. Наверняка говорила. Или она пыталась поговорить со мной. Не помню. Наверное, она хотела сравнить ответы. Но это не нужно. Сьюзи гораздо, гораздо умнее меня. У меня нет для нее совета. Кроме одного. Не проеби все так, как я. Не ответить ни на один вопрос будет означать именно это. Что ты все проебала? Ну да ладно. Уже слишком поздно волноваться.
Экзамен окончен. Все это время я смотрела на затылок Лины. Я не ответила ни на один вопрос. Вообще. Папа меня убьет. Он точно меня убьет. Он не убьет меня сразу, потому что пока об этом не знает. Но когда вывесят результаты, он узнает, что у меня полный ноль по математике, у него съедет крыша. Он будет настолько, настолько в ярости. И в этом только я виновата. Интересно, он будет злиться больше, чем когда узнал о ребенке Жас? Наверное. Завал одного экзамена потенциально также меняет жизнь, как и беременность. Я ни за что не наберу нужную оценку на второй половине экзамена. Даже если я идеально отвечу на все вопросы, мне повезет едва-едва наскрести на проходной балл. Так что все кончено. Я завалила математику. И теперь я завалила всю свою жизнь. Я всех подвела. Я ничтожество. Но я не виновата. Не виновата. Я кидаю взгляд на табло, но не вижу его. Вдруг станция выглядит совсем другой. Это не та станция, на которой я обычно стою и жду поезда домой. Нет пассажиров, нет автоматов, нет табло расписанием поездов. Рельсы старые и ржавые, их закрыли мох и крапива. Все темно-серое и запущенное. Словно эта станция уже давным-давно не работает. Она заброшенная, пустая. Я единственный человек тут. Я все еще в Лондоне. Я сплю? Может быть, я все еще в спортзале? Может быть, я упала в обморок? Это снова сон? Но если это сон, почему он чувствуется таким настоящим? Воздух затхлый. Небо темное и серое, облако светло-серое, земля с травой, которая растет вверх из-под земли, беспросветно черная. Весь мир искажается. Я подношу руку к глазам. Они горят. Я горю. Все как в моих снах. В смысле, в кошмарах. Мне, похоже, снятся только кошмары. В этом странном, жутком, сюрреалистичном мире может случиться все, что угодно. Рыбы могут плавать в воздухе, птицы летать в воде, дни могут пойти наоборот, и завтра будет вчера. Концепция времени не существует, но мое сердце продолжает колотиться в груди, а легкие набирать кислород. С неба начинает падать стена дождя, словно мир плачет. Но это слишком поэтично для такой маленькой тупой девочки, как я. Девочки вроде меня, которые не могут ответить ни на один вопрос по математике, не заслуживают даже думать такие фантастические вещи. Но эта станция точно достаточно фантастическая. Это мой собственный мир. Я тут совсем одна. Прости, ты из моего класса, да? Нет, я не одна. Нет, конечно, даже в своем бреду я не могу побыть одна. Я никогда не могу побыть одна. Ты едешь обратно на Strawberry Hill, да? Она задает этот вопрос вежливо, но из-за этого я скреплю зубами, словно она смотрит на меня свысока. Ты не знаешь, поезда сейчас ходят, а... Все так странно. Больше никого нет, так что... Я подумала, может, ты знаешь, что происходит? Чего она меня спрашивает? Я что, похожа на того, кто знает? Я ничего не знаю. Может, за своим невинным видом она издевается надо мной, как и все остальные. Она издевается надо мной, потому что я не она, я просто я. Простая, скучная Лин. Я не Лина. Она не я. Я бы хотела быть ей, или чтобы она была мной. Чтобы мы были одинаковыми. Но мы не одинаковые. Мы не можем быть такими. А, прости, Лин. Я не думаю, что она когда-нибудь ко мне обращалась. Может быть, вот почему она настолько колеблется. Или это из-за выражения на моем лице.
Я не знаю, как выглядит мое лицо, но наверняка страшно. Лин, может быть, тебе плохо? Мне плохо. Мне плохо из-за нее. Лин? Она медленно протягивает руку. Она меня коснется? Я вздрагиваю. Я хочу, чтобы она меня коснулась. Но в то же время не хочу. Я не могу ей позволить. Так что я делаю шаг назад. Мерзкая. Прости? Не слышала? Ты мерзкая! Я силой отталкиваю ее. Я толкаю ее настолько сильно, что она теряет равновесие. Ее глаза удивленно распахиваются. Она падает на спину. Она бьется об землю с тихим стуком. Она смотрит на меня, мигая. В тревоге, неуверенности и страхе, да. Пусть боится. Сейчас я сильнее. Обычно у меня нет силы во снах. Но сейчас есть. Было бы глупо не использовать ее, верно? Я сажусь на грудь Лины. Мои бедра зажимают ее безвольное тело с обеих сторон. Мне надо отрезать ей пути к побегу. Даже если она попытается меня сбросить, мне кажется, она не сможет. Ее руки белые, как мел, тонкие, как веточки, и ей не хватит силы меня оттолкнуть. Я не дам ей себя оттолкнуть. Лин, ты... почему? А с чего бы мне ей отвечать? Мне не надо отвечать. Заткнись. Я бью ее по лицу. Ее голова мотнулась в сторону с отвратительным шлеп. Несколько мгновений я переживала, что раздробила ей череп. Она действительно настолько хрупкая. Естественно, я тоже хрупкая. Может, все люди хрупкие в какой-то мере. Даже такие, как папа. Но я не такая же, как Лина. Мы не можем быть такими же. Лин, почему ты это делаешь? Лина смотрит на меня, мигая. Ее глаза полны слез. Темный, глубокий фиолетового оттенка синяк расцветает по всей ее щеке, как редкий цветок. Он почти красивый. Недостаточно красивый. Я хочу сделать ей больнее. Намного, намного больнее. Я устала. Устала от того, что вечно делают больно только мне. Я бью ее снова и снова и снова. Каждый раз ее голова покорно мотается. С ней так просто играть и весело, как с куклой. Она словно кукла в невероятно натуральный вид и величину. С зубами, которые погремушкой перекатываются в ее черепе, когда я ее бью. Я знаю, мы не дружили, но... Я не думала, что ты так сильно меня не любишь. Я что-то не так сделала. Если ты вообще задаешь этот вопрос, это значит, что ты не понимаешь. Чего? Не понимаешь? Ты даже не пыталась понять. Но мы никогда не разговаривали. Ее голос приглушает всхлипы. От этих звуков у меня голова болит. Невидимая отвертка вернулась. Она закапывается в основание шеи с пугающей точностью. Нужно, чтобы она перестала говорить. Как заставить ее перестать говорить? Хватит! Я не хочу больше слышать твой голос! Тебе нужно покаяться. За что покаяться? Действительно, за что? А что она сделала? Она ничего не сделала. Но ее нужно наказать. Из-за нее я сомневаюсь в себе. Я не могу этого позволить. Если я начну сомневаться в себе, то кого еще мне винить за свои недостатки? Мне больше не на кого-то выместить, и никто меня не выслушает, никто бы не понял. Это не имеет смысла даже для меня. Естественно, не имеет смысла и для нее. Вот почему ей нельзя говорить. Абсолютно точно нельзя. Если она будет слишком много говорить, я начну понимать, насколько все это глупо. Я пойму, насколько я на самом деле пустышка. Я тебя ненавижу. Ненавижу, ненавижу, всегда ненавидела.
Но за что? Ни за что. Ни за что-то объяснимое. Потому что ты выглядишь прямо как я. Что? Ты выглядишь прямо как я, но ты лучше меня. Лучше во всем. У нее даже имя длиннее моего. Лина Са. В Эрудите она бы стоила больше очков, если бы разрешалось использовать имена. Использовать имена в Эрудите против правил на самом деле. Но Жас это никогда не останавливало. У Жас нет стыда. У меня его слишком много. Если верить ей, то когда я трогаю себя, то корчу идиотские рожи. Я тупая школьница, которая не знает, что делает, но какая разница на самом деле? Потому что ни один мужчина не найдет меня привлекательной. И ни одна женщина тоже. Алина? Наверняка она не корчит идиотские рожи. Наверняка она лучше делает себе хорошо, чем я. Она будет побеждать меня во всем, просто оставаясь живой. Значит, есть только одно решение. Исчезни. Просто исчезни. Уходи, уходи, уходи. Я крепко хватаю ее за плечи. Мои пальцы вонзаются в ее плоть. Она скулит. Недостаточно. Я бью ее голову по холодному твердому покрытию снова и снова. Бью с гораздо большей силы, чем у меня есть. Ее череп трещит. Может, он раздробился, может, раскололся. Может быть, в ее голове остались дырки, и теперь ее мозг вытекает. Интересно, как выглядят мозги? Раньше я их никогда не видела. Они серые? В книгах по биологии, которые я видела в детстве, мозги всегда были ярко-розовые. Но я не настолько тупая, чтобы этому верить. Но что вообще правда? Это по-настоящему? Ничто из этого не кажется слишком настоящим. Ничто. Кроме отвратительных схлюпываний головы Лины по цементу. Вокруг меня падает вода, словно небо плачет. Лина тоже плачет, у нее течет нос. Ее красивое личико все в красных, голубых, фиолетовых синяках. Из нее течет кровь. Она течет, но она еще жива. Ее тело бьется в конвульсиях. Ее дыхание медленно исходит из легких. Вдох, выдох, вдох, выдох. Она такая упрямая. Исчезни уже! Уходи! Оставь меня в покое! Разве она не знает, что делают с ведьмами? Правильно, она ведьма. Она ведьма, которая украла то, что должно быть моим. У меня ничего нет. У нее есть все. Это в корне нечестно. Она заслуживает наказания. Лин, за что? Она смотрит на меня. У нее стеклянные глаза, они полны слез. Она настолько мокрая, что ей, наверное, можно засунуть пару-тройку золотых рыбок в глазницу. Наверняка ей бы это понравилось плавать. Это какие-то очень долбанутые мысли, не находите? Если золотые рыбки живут в соленой воде, я не уверена. Я не умная. Но я достаточно умная, чтобы знать ответ на ее вопрос. Мне надо сделать ей больно. Она должна страдать. Просто так устроен мир. Потому что я не ты. Вот такую весьма мрачную и жуткую концовку имеет игра Лина. Наша главная героиня зашла за черту. Ее стресс достиг 100%, и она провалила экзамены. Игра не дает нам окончательного ответа, являлось ли все это кошмарным сном, либо это было реальностью.
Но я хочу сказать, что существует продолжение этой игры. Оно называется «Ничто и нигде». Я еще не до конца уверена, буду ли я снимать его, но даже если я не буду этого делать, я крайне рекомендую вам купить продолжение и поиграть самим. А если у вас нет на него денег, то просто скачайте его за бесплатно, в сети уже есть такая версия. Вторая часть серии «Ничто и нигде» показывает, что происходит за этой точкой невозврата. Особенно я рекомендую поиграть сиквел людям, которые сейчас переживают депрессивный эпизод, и тем людям, которые боятся экзаменов, и людям, которые даже не сдали экзамены. Реально, сиквел заслуживает вашего внимания. У него совершенно другая атмосфера, он намного более светлый. В нем нет жутких звуков, нету никаких элементов хоррора. Он мягче и приятнее, и он действительно может помочь вам разобраться в самих себе. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня, удачи и до свидания.